Итак, друзья, всем привет, с вами Ярослав Гончаров, Держа 75, и мы сегодня идем с вами на МАКС 2017 в Жуковском. Будет вам интересно. Сейчас мы зайдем, ну а после же мы продолжим наше с вами общение. Оставайтесь с нами. Так, друзья, ну что же, мы уже почти пришли, так думаю. Оставайтесь с нами, смотрите, слушайте нас. Так, друзья, ну что же, мы уже приехали. Сейчас будем проходить контроль какой-нибудь там. Да, смотрим, можно. Первый столовый. Слева расположен. Друзья, это наш программный директор. Всем привет! Так, друзья, ну что же, мы прошли. Сейчас, да, просканировали. Друзья, всем привет, с вами Ярослав Гончаров, DJ-75, и мы наконец-то пришли на МАКС 2017. Сейчас вы видите небо, меня, оператор наш все снимает, качественно, профессионально. Ну что же, давайте смотреть красивые самолеты, виды, множество людей, парашюты. Погнали! Thank you.
650 тысяч. Сегодня Макс распахнул свои двери для широкого доступа посетителей. Для всех, кто любит авиацию, кто гордится ее достижениями. На авиасалоне работали выставочные павильоны с экспозициями российских и зарубежных авиационно-космических фирм. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на международных авиационно-космических салонах в России. Дорогие друзья, мы желаем вам удачи, добра и процветания. До встречи на Макс 2019. Так, ну что ж, наши дорогие телерадиослушатели, это брендинг от канала «Новая тема». Сейчас вы увидите на своих экранах, в нашем видеоролике, как увозят всех участников выставки. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, много-много лайков, и подписывайтесь на наш канал. На ютубе, конечно же, вступайте в сообщество ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, Перископ. Где есть, там и вступайте. Ну и, конечно же, да, до новых встреч. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки.